А в Белоярском погиб 13-летний подросток. Об этом сообщает окружной следственный комитет. Тело мальчика нашли в промзоне возле речного порта. Он был без видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Следователи осмотрели место происшествия, нашли там газовый баллончик. По предварительным данным, подросток отравился летучими углеводородами. С целью установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства этого происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.